Здравствуйте, дорогие зрители! С вами снова мы, The Friends Channel, Айдар. Ты видишь, что я делаю? Да. Это успокаивает. Так, друзья, всем привет. И мы сегодня играем у тамплиеров на сервере также Майнклаб. Да, пошли в ту сторону сначала. И обозреем вам на этот раз этот сервер. На том, мы обещали по две серии, мы на том сервере сняли серию, но там с монетизацией проблемы, всякое такое, мы там эпично на PvP сражались, там алмазников карали, ну, не важно. Так, давай, куда дальше? Идем за мной. Сейчас, иду. Ходи за мной, я все покажу тут. Как бы я тут немножко походил, ну как немножко, я тут, так, там выход как бы, ну можешь на Optifine нажать. PvP всегда? PvP, да, тут всегда. Это мы же на PvP зашли. Тут PvE только этот. Стой. А, ну ладно, пошли. В принципе, в ту сторону сначала. Тут PvE только вот этот эпик PvE. Остальное все PvP. Ну да. Что, начинаем. Путешественник. Так, правда, у нас пока не открыто ничего, поэтому мы не можем телепортироваться так, у путешественника. Городов. Тоже там не можем, потому что мы еще там не побегали. Где, типа, ветеран смерти... Ну, у нас пока тут хранитель только, вот, веселье. А, типа, кровавый джон. Стой. А, ну там фигня какая-то. Он просто псих и все. Стой. Не убегай, идем за мной теперь вниз сюда, вот. Посольство. Ну, тут как бы я особо не нашел тут квестов, но я нашел много кого, кто может продавать. Чего? Рыбки нам можно. Привет, пацан! Ты чё по столу бегаешь? Ты чё вообще? Фу, ужас. И мы запишем вот эту серию, ещё что там было следующее, я не помню. Кувшинка какая-то там была. Мы запишем ещё на том серваке обозревающую серию. И у нас будет второй сезон нашего летсплея Ванилла Крафта. Да. Сразу как выйдет версия 1.8. Айдар, ты время засёк? Да. А, ну ладно. Так, теперь пошли. Неважно. Так, идем сюда теперь. Вот тут есть шахтер, у меня душа. Ну, там грандитер, там уже все торты съели. Вот. Опа. Фин. Типа, ух ты! Класс. Да. И я тебе потом покажу, что тут. Мне тут шахта так понравилась, мне сразу тут глаза так режутся, тут столько вещей всяких. Алмазы. Каменной киркой. Да. Не так быстро каменной киркой ломаются. Фин. Так, ну пошли наверх, я тебе сейчас покажу, как заработать эти денежки. А, еще мы не показали наспавнитые там кристаллы. Но мы сейчас тут покажем насчет Ванилла Крафта. Сейчас прикинь, вот это видео выйдет, когда уже 1.8 там, не знаю, в следующем году, да? 1.8 же еще не вышло? Ой. Так, ладно, ничего, все. К моменту выхода этой серии 1.8 будет. Так, ты где? Ты на спавне? Ты показал тут? Все. Да, покажи вот, все. Зрители, обмен валют. Нет, имеется в виду, вот, смотри, гринг, обмен кристаллов. Кристалл для обмен. Это банкир. Ой, в горле пересохла валюта, вот тут обмен. Да, вот. Ну тут, в принципе, насчет валюты. Вот бронзовые монеты 64 штуки, это одна такая. Бронзовые монеты сейчас покажу, как заработать. Пошли в эту сторону сейчас. Ты, где ты? Так, иди на спавн опять. На спавн, давай. Вот сюда я. Тут обменник справа, теперь пошли налево. Вот сюда тут зачарование, и тут гид опять. Тут вроде, когда мы играли еще в Spider-Man, тут что-то вроде какой-то ивент был, я уже не помню. Насчет, кстати, того сервера Эпика ПВЕ, там нечего уже делать, мы как бы там боссов еще не возродили, там только этот. Кто там был, куда мы ходили сегодня? Храм Дьявола. Что работало? Голополос, что-то такое. Голополос. Тут ювелирная, но тут как бы еще тоже ничего не сделано. Как-то у них мало всего, это, конечно, такой NPC, тут не очень развитый сервер насчет NPC. Ой, быстрее ход 1.8 уже. Ух ты, кольцо.
Так, чуть-чуть. Я вот думаю, нам снапшот не обязательно будет. Ну, имею в виду, не то, что обязательно, а вот снапшот это уже есть, а самой версии 1.8 нету. Так что пока... Ну, на снапшотах не будем все-таки, я думаю, играть уж. Летсплей записывать на снапшотах. Не найс, да? Гид опять. О, Питер. Питер. Да. Ух Питер. Ты, классно. Надо да, железные да. монетки нам. А я тебе все покажу сейчас, как их добыть. А, и еще это. Сейчас. Еще тут. Сейчас я тебе покажу, когда в другую сторону. А, я горю, Ай! Вода, где вода? Вот. А где вода? Лед. Спаси меня, лед. А, лед? Полежи на нем. Полежи на нем. Что? Поцелуй лед. Стой. Нет. Не бери вещи. Уже их нету. Как ты нету? Они, я их засосал. Как хуесосик, что ли? Да. Уп. И это... Сейчас в другую сторону сходим, и там уже рыболов будет. За рыбу можно покупать бронзовые монеты, за бронзовые железные, за железные уже всякую броню. Рыба это я люблю ловить. А вот насчет, если честно, кристаллов... Кристалл, дай мне еду мою. А насчет, если честно, кристаллов, я до сих пор не разобрался. Мистер Мизи пылесосик. Я еще тут не очень подготовился, так к съемочкам. Как-то. У нас просто не очень времени много было. Давай. Сейчас лучше рыбу ловить. Так. Рыбонька. Вместе рыбу будем ловить. Ну, мне надо... Три свинины на родину. Какая еда? Реально, какая еда? Три свининки там. У меня только одна моя свининка. А, ты, отдай свининку мою. Ура! Это одна свининка, у меня больше нет. Так, и сейчас рыба. Вот это, по-моему. Рыба большая или рыба маленькая? По-моему, тут. Он где-то там будет сидеть на какашке. Не, туда не иди, там уже ПВП. ПВП. О, тут бутылки. Как бы обзорчик у нас опять будет маленький, 18 минут. Кто это был? Дачник. Подзелимон визе, да, чувак? Да, говно. Ага, я вижу. Дай-ка мне кирку. Дай топор мне. Дай мне топор. Би-би-би! А, уходи! Блин, дай топор мне. Тихо. Так. Ты поймал меня? Какая-то фейловая серия? Нет, не успела. Пошли обратно. Я говорю ПВП там. Мы сейчас вам обозреем. Так уже мы как-то сумные сейчас уже устали. Как-то охота уже вот реально, вы не представляете, так. Выход 1.8. Еще резко она вышла уже давно. Тут мы уже были, да, показывали. Ну сейчас пойдем вот в ту сторону. Давай, где ты? Так, мы уже в этой не были, да, стороне? Стой. В той стороне мы не были еще. Я заблудился. Где на спаун? Сейчас, я куда-то за пацаном побежал. О, Бенчик. Книга, написанная Бенчиком. Советы новичкам. Окау. И скрафтите сундук, в который сложите вещи. Затем вам надо запривать свою территорию, чтобы ее никто не смог ломать. Для этого введите в чате кит приват и выполните все действия. Так, где ты? Запривайте территорию, начинайте строить, добывайте ресурсы и не забывайте о защите. Пошли к рыбаку. Сейчас. Так, тут мы были? Были. Были. Хочу. Вопрос сначала все хочу все. Я хочу пацана кого-нибудь убить уже. Пошли, ты за мной, вот рыбак. Рыбак. Джоф. Мы ловим Джоф. Джоф. Ой. Какая разница? Тут такая, какая разница, жареная рыба или обычная уголь, тратишь или нет, да? Нормально. Куда опять побежал? Пошли какого-нибудь пацана. Все, теперь пошли далеко и... Я хочу на попу приключений.
Ну, это классно. Пошли за мной, Айдар. Айдар. Мизи хотел сказать, что ли? Яу, Мизи Уфа. Да. Смотри, видишь, это флейк. А, это понятно все. Пацан какой. Так, бежи за мной. Все, пошли. Сейчас будем мочеть. Вот этот пацан. Железненько, пошли завалим. А где вы? Тихо. А где ты, Максим? Я железненько вижу. Просто беги там к вороту, типа к забору, и там я. Это Мазик вообще-то. Это там железник. Это Тима. Ох ты, дай мне еду, дай еду. Дай еду. Нету мне еды. Фак, хитфуд веди. У меня вообще. Я уже водил дай сегодня. Дай как что-нибудь, ну дай что-нибудь. Нету мне еды. На. Ты говно. У меня другого нет, честно. Only in the morning, hey, Хаптурара, hey. Уходи, Эрик. Ой, какой Эрик. Нахрен. Эпик. Уходи, Эпик. Эпик. Так. Уходи, Эпик, нормально. Ох ты, я смотри, я хорошую бронь поймал. Очень хорошую. Что? Это плохо. Что мы фигней какой-то занимаемся, тебе не кажется? 39 косточек. Лук, полстака стрел. Так, давай спаун напишем в другую сторону, а пойдем. Я тут хочу по ПВП. Я тут хочу по пацанам побегать. Смотри, Максим. Я тебе вещи даю. Максим. Чё? Максим. Что? Давай вообще фигней не заниматься. Ну смотри, тут смотри, какие вещи сейчас падают. Ну железненько мы завалим. Ты куда пошел? Я пошел на алмазника, хочу. Давай, я желаю удачи. Ну блин, Айдар, давай я тебе вещи сейчас дам. Идем, вещи дам. Тихо, картошка была только что. Это, короче, тут невидимка. Тихо. Да ладно, невидимка. Да, идем, Айдар, вещи дам. Быстрее. И тут начинается эпик. Хей, так, иди за мной. Эпик у тебя... Хоп. Давай. У Максима бомбануло. Так, чух. Ух ты, защита 2. А, нам поломали. Так, все, бери все, что ты вещи не берешь. Ой, дай еду. Дай мне только еду. Просто еду дай. Давай, вот я. У тебя железный меч? Дай мне железный меч. Какой железный меч? У тебя. У меня. Камень? Нет. Какой? Какой железный меч? О каком ты говоришь? Ты на луна? О, 7 здоровья, 7 здоровья. А, он это. Там тихо. Не, ты его не завалишь. Тихо. Да нет, это я знаю, там еще один пацан был. Железник, блин. Хей. Сила 1, ну да. А я же отсюда не попаду, да? Опа-па-па-па-ра-па-па! Блин! Убили? Да. А, блин, меня сейчас тоже чуть не убили. Кал, можно писать? Окей. Кого можно писать? Кал, можно, интересно, писать? Нет. Вроде бы нет, потому что когда я пытался с этим, да. С Никитой, алхимиком, да, я не смог. Так, давай. Опа. У тебя меч какой-нибудь есть? Да. Сейчас. Алмазный? Не, по правде. Кто ПВП в алме? А можно я еще побегу, умру? Не надо. Айдар, где ты? О, у меня есть идея. Дай мне меч, дай меч. Дай меч, Айдар. Надоел. Ну, дай меч. А ты меня видишь там? Я что, буду сейчас всех миской бить? Конечно. Максим с миской. Хей, хоп, ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ой, я булыгу поймал. In the morning! Hey, in the morning! Так, Максим, мы фигней какой-то страдаем, давай. Я же не показал. Ну ладно, я тебе хотел... За мной бежит невидимка. Я хотел тебе показать одну штуку важную. Оп. Не знаешь, где эндер-сундук, а есть поблизости? А, на пауке это я. У меня по эндер-сундуке просто алмазная броня лежит. Читер!
Дзынь, дзынь, тут, короче, кто-то дырку вырыл. Что ты мне скидал всех караешь? Кто? Да, вот я, почти, я, короче, вот одного пацана, этого, с каменным мечом скинул в дырку до бедрока. Добро пожаловать в ваш первый дом! Ура! Чей дом? Да, я там все с вами прописал. С того быстро туда запахать. Опа. Early in the morning. Так. Опа. Еще я... Знаешь что? Мы, честно, сглупили, конечно, с тобой, но... Так, что у нас есть? Сейчас я буду из ничего делать все, да? Ты меня понимаешь. Ой. Ну, у меня такая куртка крутая, ты бы знал. Что? Это взрывоустойчивость 2. Это очень классно. Давай заканчивать, наверное, уже сервер. Серию? Ну, в принципе, это можно. Мы в этой серии нифига ничего не сделали. Ну, немножко спавн обустроили, потом я... Обустроили спавн? Да. Обустроили спавн? Обсмотрели спавн. Дорогие друзья, запомните, мы админы этого сервера. Да, и мы обустроили заходите. Спавн. Заходите, да, да. Так. Единственное, что можно сделать, это напоследок я тебе покажу свою куртку. Куртку? Куртку. Ты увидишь, какая она просто. Я ее у строителя големов взяла. Если ты понял, о чем я? Строитель големов. Ты понял, какого она цвета? Юстак. Чё? Тут валяется ТНТ, я его подобрать не могу. Тут валяется стак ТНТ. Это на ПВП? Я... Нет. О, я лопаты карать буду. Я стак по... А чё? Я стак ТНТ подобрал. И что это значит? Ты чё? Лопата плюс 2 урона. Я лопатой всех буду карать. Да. Иди сюда, где ты умер, и я тебе покажу свою курточку. Сейчас. Зритель големов. Та-да-та-да-та-та. Я лопатой сейчас красиво буду. Понял. Лопата. В бой, лопата. В бой, лопата, лопата, лопата. Я надеюсь, он смотрит это видео. О, железник, железник, лопата, железник. Железник, лопата, железник. Что лучше? Железка или лопата? Знаешь, что можно, знаешь? Я вижу, как ты там летаешь. Уходи, уходи, уходи. Тебя убили? Да. Ну ладно, какая разница. Дорогие друзья, я думаю, вам очень понравилась эта серия. Да, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Подписываемся на наш канал.